Здравствуйте. Администрацией города Тюмени принято решение о предоставлении всем сотрудникам медицинских учреждений, расположенных на территории города Тюмени, права бесплатного пользования платным парковочным пространством, находящимся в муниципальной собственности, расположенном в нашем городе. Для этого сотрудник медицинского учреждения должен обратиться к главному врачу соответствующего медицинского учреждения. На следующий день государственный номер вашего транспортного средства будет внесен в общую систему, и вы, соответственно, сможете пользоваться платным парковочным пространством абсолютно бесплатно. Что касается сотрудников лечебных учреждений, которые добираются до своего места работы с помощью общественного транспорта, вы также имеете возможность обратиться к руководству вашего медицинского учреждения, и вам будет выдана льготная транспортная карта, которая позволит пользоваться общественным транспортом бесплатно.